Херцогу прибыли за полночь. Поселились в небольшом уютном отельчике и уснули мертвецким сном. Раннее утро, пустынные улицы. Российская сборная уже на ногах. Все отправляются в сторону океана. Идти пешком минут 20. Хирацука – административный центр префектуры Канагава, довольно крупный город площадью 68 квадратных километров с населением 258 тысяч человек. Располагается прямо на берегу Тихого океана, на черный вулканический пляж которого и направилась наша сборная с позаранку. Редкие прохожие провожают нашу команду с некоторым изумлением. Не каждый день на улицах Хирацуки встретишь толпу русских в 6 часов утра. И вот побережье океана. Несмотря на то, что ветра не ощущается, волна очень приличная. Раздолье для местных серферов, которые словно морские котики качаются на воде в ожидании подходящей волны. Вот под их изумленными взглядами и началась первая тренировка сборной команды России в Хирацуке на берегу океана. После тренировки образовалось небольшое окошко в плотном графике руководителей сборной. Самый подходящий момент для интервью.